Граффити – направление популярное. Оно востребовано и интересно молодежи. Стены зданий, трансформаторные будки и другие городские объекты вскоре станут холстом для уличных художников. Жители и гости города к предстоящим переменам относятся положительно. Идея фестиваля многим по вкусу. У нас в Анапе много мрачных районов, я бы их украсила. Там где детские площадки бы больше нарисовала. Как бы не хватает, конечно, интересно, рисунка всякого. В принципе, не против. Рисование, оно вообще полезно развитию, молодежи и всему этому. Обязательно нужно воспользоваться этим. Это нисколько не загрязняет, только украшает. Вообще сейчас молодежь такая развита, и так приятно смотреть. И они всем интересуются, все умеют, и это было бы классно. Я бы с удовольствием пошла бы и посмотрела. Запланированы 4 номинации проекта. Вторая жизнь, технополис, социальные объекты и общественный транспорт. Первым объектом для яркого обновления станет скейт-парк. Совсем скоро в анапском скейт-парке появятся не просто черные стены, а красивые уникальные граффити от молодых художников нашего города.